Ребят, всем большой привет! Сегодня мы находимся прямо сейчас на пляже. Там купается Серега. Кстати, мне очень нравится, что пляжи здесь довольно пустынные. То есть сейчас, по идее, самое классное время для купания 6:30. То есть уже нет пекла, ты не сгоришь. При этом очень мало людей. В воде вообще практически никого нет. Классные такие, знаете, умеренные волны, чтобы не скучно было плавать. То есть я, допустим, прыгала на волнах, потому что когда полный штиль, мне кажется, ну, довольно скучно. Туда-сюда обратно 3 раза проплыла и не знаешь, куда себя деть. Что я тут заметила, да? Мне открылась чудная истина, которая заключается в том, что чем больше ты весишь, тем тебе ровнее на мнение окружающих. Потому что, знаете, когда было на 10 килограмм меньше, с параметрами там типа 90, 61, 90, я думала, господи, как же жить с этим лишним сантиметром? Что, чем его прикрыть? Тебе кажется, что все смотрят осуждающие и думают, у тебя был целый год, чтобы согнать этот сантиметр, а ты не смогла. Там не знаешь, какую позу принять, чтобы этот сантиметр как-то скрыть. И сейчас, понимаете, приходишь такая, ты вся там центнер весишь, параметры 160, 180, 160, и пофиг, красотка будет плавать. Мы сейчас тут сидели, рядом отдыхала компания турков, легла на живот, ой, на живот, на бок, у меня тут, короче, грудь там, знаете, такая, из лифчика, та-та-та-там, подпрыгала, вот. Я такая, оп, вся, что-то видно, такая прекрасная. Даже не смотрела, смотрит на меня кто-то или нет. Я не знаю, в чем дело. Или это наступает после 30, или это реально с твоим золотым весом, который переваривает определенную отметку. Что это? Кого благодарить за такое счастье? Потому что никогда в жизни, серьезно, я так спокойно себя на пляже не чувствовала. Мы сегодня пришли снова на ужин в то же место, что вчера. И так как Алиса вчера была очень сильно шокирована отношением местных турков, из-за того, что здесь принято постоянно поддерживать физический контакт с ребенком, то есть мне вот подошли несколько раз вот так. Более того, мне подписчики написали, что степень симпатии прямо пропорциональна тому, на сколько сантиметров ребенку оттянули щеку. Типа, чем сильнее, тем больше ваш малыш кому-то понравился. И Алиса всю дорогу нам говорила, только вот так вот мне делать не надо. Мы всем скажем, нет, вот так вот мне не надо делать, да? Ну, вот так вот, говорит, мама, скажи, чтобы вот так вот мне не... Я говорю, скажу. В итоге мы ее отсадили, видите, как бы подальше от места, где ходят официанты. Здесь проход для того, чтобы никто просто на нее дотянуться не мог. И сейчас только пришли уже там с ней пообниматься, все по очереди. Я говорю, without arms, she's very shy. Забежали в магазин, здесь много таких интересных местных магазинчиков, где можно купить местные сладости, какие-то всякие рахат-луку, пахлаву и все остальное. Но я по старинке выбрала сникерс. Стоим, мы расплачиваемся. Здесь я замечаю какие-то странные вещи, которые продаются. Знаете, это не странные, это нормальные вещи. И спросить как-то неудобно, что это. Вот из... Это что такое? Это Виагра. Не, мне, слава богу, пока не надо. Не оправдывайся, не оправдывайся. Маска. А, тоже из этой серии? Это самая очень хорошая маска. Это вместе с этим идет? Это маска and Viagra and Mori. Вот, как плавник, да, потом? Yes. Мне кажется, у нас в России в детстве очень многое было. Именно такие круглые, помните, пачечки? Давно я их не видела. Слушайте, ребят, я же тут сцеживаюсь, и Серега говорит, вот молоко пропадает, потому что я его выливаю. И предложил купить пакеты для молока и замораживать его. Потом завернуть в фольгу вместе со льдом и увезти домой, чтобы Роме был пир на весь мир. Слышала в отзывах, что много котов на улицах. Так и есть. И причем они довольно все такие упитанные. Видите, кошачий корм, водичка. Ну, даже сигарета. Да, сигарета с пивом на десерт. This is for kids, kid. Пакет. Yes, we understand. Нашли мы еще экскурсию. И здесь так забавно. Страховни, тур, интернет бесплатно. Вечером здесь улицы просто живут. Очень много людей. Но все так, знаете, очень чинно, благородно, миленько. Там вот ресторан с водопадом. Очень приятно здесь прогуливаться. Ребят, всем огромный привет! И что же вы думали, мы делаем с вами? Прямо сейчас мы опускаемся в
обалденно теплый бассейн. Кто там сидит в душном офисе? Держите за меня кулачки. Считайте, что я отдыхаю за всех нас. Сейчас я вам покажу, как я ловлю Алису. Потому что Сережа с Алисой на вершине горки. Так, я вас сейчас куда-нибудь поставлю. На самом деле мы поняли с Серегой, что мы такие, знаете, родители, короче, неадекватные, потому что мы все время боимся Алисы там как-то одну оставить, когда любая потенциальная ситуация, ты ее видишь всегда в худшем свете. Но мы пришли на горку, Алиса как бы тоже у нас из-за этого такая еще вояка, и смотрим, здесь дети чуть за год, но слегка старше. Уже сами спускаются, представляете? В итоге мы решили, но все-таки Алиса решила сначала с Серегой, не со мной спускаться, потом решили ее саму попробовать. И она теперь катается сама, я ее просто ловлю внизу. Более того, я раньше, знаете, такая думала, кто эти неадекватные люди, которые меняют какой-то кислый бассейн, где, не знаю, 200 человек на квадратный сантиметр ходят в туалет. Вот, потому что наверняка далеко не все специально ради этого покидают воду, дабы пописать где-нибудь в специально отведенном месте. И меняют бассейн на море. Теперь вот эти люди, вот они. Смотрите на меня. На этом мосте. Вообще, поначалу сейчас будет лайфхак для беспокойных родителей и паникеров. Короче, поначалу, когда Серега с ней спускался, он, знаете, спрыгивал с горки и вот так вот ее над собой. То есть он погружался под воду и вот так на вытянутых руках ее держал. Я говорю, ну а смысл? Она так не научится задерживать дыхание, не бояться воды, потому что до сих пор она, когда моет голову, через раз это какие-то скандалы. Потому что для ребенка это такая стрессовая ситуация, когда ему в глаза попадает вода. Я говорю, пускай, ничего страшного, что она тоже окунается. Видите, я ее не ловлю, я могла бы ее ловить, чтобы прямо она оттуда ко мне в руки. А я так делаю, чтобы она окунулась, ну, в игровой форме, да, начала задерживать дыхание, потом я ее достаю. И так она тренируется, не боится воды, задерживает дыхание. Говном назвали, представляете? Опа! Опа! Вот умничка. Это еще, еще. Вылазь, вылазь. Вот так, видите, со своей Барби, которую ей подарили тут в ресторанчике. Она у нас уже, как видите, голая, потому что у Алисы платье не в почете, она больше любит купать всех кукол своих. Давайте. Бесконечно. Самый кайф, ребята, что бассейн вообще пустой. То есть мы единственные, кто здесь купается, единственные, кто катается на горке. И в обед у нас просто еще два малыша было. Вот умничка. Ой, она залезла, вы посмотрите. Сережа сказал, что Алиса ему очень сильно колорадского жука напоминает в этом костюме. Ребятки, я к вам с офигенным лайфхаком, который мы буквально сейчас случайно обнаружили. Короче, мы едим каждый божий день в одном и том же месте. Всем это надоело. Мы решили попробовать что-то другое. Yes, mushroom soup, salmon and salad with fresh vegetables. Причем хлеб здесь приносят вот такой, видите, вздувшийся. Но это просто как бы пузырь воздуха. Также приносят закусочки, три штуки, которые можно намазывать на хлеб. Но их у нас в основном Алиса любит, потому что она хлебная душа. И как выглядит суп, самое интересное, что все супы не молочные. То есть мы пробовали уже грибной, куриный, и они все вот просто вот так на молоке реально. Хотите прикол, ребята? В общем, нам же сказали, что нам бесплатно дадут мороженое, два коктейля. Мы заказываем так, как одно и то же.
я уже знаю, какой должен быть ценник этого. Обычно у нас получается где-то 2700 лир. Это около, ну, 3000 рублей. Мы принесли 3000 лир, даже 3,75. Ну, короче, все, что нам как бы бесплатно, все включено, все. Из-за того, что мы все время одно и то же заказываем, я как бы сразу видела разницу в цене. Самое интересное, что обычно подробно пишут, да, по позициям. Это столько, все, что мы заказали, каждое блюдо. А сейчас просто принесли общий итог и все. Но, блин, наверное, рассчитывали, что неудобно будет спросить, не знаю. Но мне отлично, удобно. Я говорю, пожалуйста, распишите подробнее, что сюда входит. В общем, ценник зачеркнули и расписали вот тут подробно. Но мороженое все равно включили. Типа вместо апельсина, вот сока я бы сказала, который пила листа, но как-то.